Привет! Ты на канале Кайс Триер, и мы продолжаем играть в Deep Rock Galactic Survivor. В прошлый раз мы разблокировали третий уровень сложности. Давайте сыграем. Кристаллические пещеры. Так, опасность 3. Пройти погружение, собрать 30 красного сахара, улучшить вепрь авто 210 до уровня 21. 30 красного сахара я уже собрал. В принципе, не очень высокий уровень сложности здесь. А вот улучшить вепрь авто до 21 уровня я не смог. В общем, сфокусируемся чисто на прохождении погружения. Так, за кого мы будем играть? Вчера мы играли за бурильщика на стриме. Если что, запись стрима доступна в разделе «Трансляция». Значит, и не так давно играли за инженера. Поэтому давайте сыграем или за разведчика, или за пулеметчика. Давайте за разведчика. Итак, классический подкласс или проныра? Мы практически не играли за проныру. Давайте проныру возьмем. И тут еще прикол. На следующем уровне сложности за проныру надо будет достигнуть 55 уровня. А это вообще совсем немало. Прям совсем. Вот давайте попробуем достичь какого-нибудь уровня. Ну, посмотрим, какого уровня можно достичь с пронырой. Так, разведчик, проныра, погнали. Сбор цветов. На сахар уже отвлекаться не надо. Ого! Неплохо, неплохо. Я вон смотрю, цветы тут растут. Так, еще два цветочка. Так, крепыш. Или... Давайте крепыш. Будем хреначить электричество. Я вообще никаких проблем не знать. Еще опыт. Ну давайте еще опыт. Так, мне бумеранг еще нужен, который будет собирать опыт. Урон или покраска? Давайте урон. О! Так, надо груз забрать. Не, ремень. Блин, какая фигня. Давай что-нибудь другое. 50 кп, ну давай. О! Покраска, но даст эволюцию. Надо нам это сейчас? Да нет, наверное.
Ну, опыт. Ну быстрее, родной. Да, не удалось собрать нитро. Зато мы нашли бумеранг. О, не, а это лечение что ли? Сахар. Не дашь, значит, собрать. Наверное, успевал бы. Испугался, что не успею. Бумеранг. Нет, шанс на крит. Пока так. Грибочки. Полянка какая. Грибная. Шанс на крит. Берем. Сейчас это взорвется и все почистит. Сок из луковицы и ячменя. Временный бонус к скорости передвижения за стояние на месте. Ну ведь хрень полнейшая, не хочу. Шанс на крит 50 хп, давайте 50 хп. Взрыв при перезарядке. Не, давайте просто скорострельность сквозь перезарядки. Так, я так и не нашел грибы. Давай вот сюда к золотишку. А я сам с золотом. Нет, я еще не справился. Недостающий гриб. Да где же нитро-то?
Даже здесь золото. А вот и нитро. Ну отлично, в принципе, толпень-то какая хорошая. Ж такой источник. Хренач, хренач. Халява просто. Безумная. Ну а мой опыт, как так-то? Ну разошлись, уроды. Гаденыш. Опыт и минералы подбирай. Не так возьмем. Немножко нитро. Ну какая-то хрень еще будет, хреначит молния, почему бы и нет. Нормально тут так. Жучков. Так, сейчас. О! Вот это четко. Ну-ка.
Шанс найти нитро. А вы еще не взорвались. Так, надо еще 4 грибочка найти. Все так равномерно, до второй эволюции никак не дойду. Этот, к сожалению, плохо собирает. Не так, как хочется. Бумеранг. Ну, братан, давай уже. Нет, грибы мы соберем все-таки. Надо приложить все усилия. Ну, теперь-то понятно, прям по 3, по 4 можно ставить. Да все под контролем. Холод. Давайте взрыв и перезарядки. Ну давай нормально атакуй. Ой, ну хорошо, давай покрасим. Взрыв при перезарядке. Остальное оружие на 25. Ну хрен с ним, давайте это возьмем. Не то. Ты все правильно говоришь, здесь нет ничего полезного для меня. Yeah.
Ну обычных-то жуков надо пачками выносить, ну что за хрень? Хорошо, толпа. Ну идеально просто. Я половину хпшки потерял, это не очень здорово. Дальность. Урон от электричества, вот это нормальная тема. Сейчас у меня попляшете. Муха какая-то помощная. Ни хрена себе, как меня зацепило. Это мне золото получается сейчас надо тратить на лечение. Ну пошел отсюда. Скорострельность и размер обоймы. Пули выстреливаются в виде спирали. Сейчас они у нас попляшут. Yeah.
Видишь, он меня вынуждает. Или рерол. I'm feeling lucky. Hell yes. 48 уровень. Ну, вообще 55-й не так-то просто получить. Ну, может, за другого персонажа. Да, по спирали поинтереснее. Сейчас мы это яичко-то расхреначим. Мелочевку хорошо выносит. Но тем не менее, даже вот с таким хорошим уроном, как долго бить этого элитного противника. У меня еще и пропущенный. 50 уровень. Не, ну 55 вообще не пахнет. А, кристалл еще. Кристалл. Так, а у меня сколько? 1% за 5 золота. В инвентаре, а то собрал-то 400. Нет, а сколько у тебя осталось? Гаденыш, уйди от меня. Мне сколько сахара надо съесть, чтобы это восстановить? Давай, улетай куда-нибудь. Хер знает куда удила.
Как я от него убежал? Обманули дурака. Пятьдесят третий уровень. Блять, зацепил какой-то урод. А забрать еще какие-то вкусняшки. Вот нитро ценное. Ну что, неплохо. Прокачали. Разведчика до 15 уровня. Получили морозный дрон. 15 уровень. Уже почти 16. Так, ну и как себя проявило оружие? Жуков? Ни хрена себе. Ну да, видишь, тут третья эволюция. Насколько корректно сравнивать, не очень понятно. Видишь, электрошок по уровню в секунду. Ну, по уровню, по урону в секунду. Да, если бы Жуков атаковал не кинетическим уроном, а электрическим, я думаю, тут бы еще больше был. То есть вот эта фигня по спирали, атака, мощь. Дрон, конечно, слабоват. Так, ну что-то мы можем взять? Урон на 4% или скорость перезарядки? Давайте урон. Так, а тут? Где это? Получаемый опыт на 2% или радиус сбора? Давайте опыт. А денег теперь не хватает, ну зашибись. Ну что, давайте здесь прервемся, продолжим уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.